Здравствуйте! Вы смотрите прогноз погоды на канале ЭНСК-49. Небольшой уральский циклон приподнимает фронтальную систему над югом Западной Сибири немного к северу, вытесняя предыдущее похолодание за Енисей. Теперь более подробный прогноз. 1 августа в Новосибирске погода ожидается без осадков. Ветер западный от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит плюс 13-15, днем синоптики прогнозируют 28-30 градусов выше 0. Вы смотрели прогноз погоды Западно-Сибирского метеоагентства. На этом я прощаюсь и желаю удачного дня!